Линда 6 тонн. Производство Германия. год. На ней навеска была, позиционер на 3 пары вил. Если надо, можем обратно поставить. Поднимешь капот? Газа нет, педали вперед, назад и тормоз. Коробка гидростат. Давай, я подниму, а ты кнопку нажимай. Все ТО официалов. Управление особенно жестко. Наклон, подъем, опускание. Газ сам добавляется. Очень навороченный погрузчик. Крепление, мачты, все по-другому. Но считается самым надежным. Куда он приехал, там КамАЗ встает, не выдерживает интенсивности.
Может, сюда его поставить, поудобнее будет. Или слушай, туда же, но только прямо, чтобы нам прямо подъезжать и брать, а то может к ящикам тут подъезжают. Прямо. Прямо, ну вот так же, как этот. Нет, там яма, я знаю. А, яма. Или на то же место, или... Давай здесь. Работал на австрийском предприятии, там за ним следили, в России. Педаль отпускаешь, он тормозит. Подъезжать можно очень аккуратно. Коробки здесь нет, здесь на каждый колесо гидромотор, как на экскаваторе боится. То есть он не боится нагрузки на коробку буксовать.
Двенашка рядом. Вот оттуда же КамАЗ шеститонник приехал. Оба они были с навесками на три пары. Две таких навески на три пары. Есть еще навеска на две пары. Очень дешево. Навески.